Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Zenfone 8. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить запись видео с экрана. Итак, вначале открываем шторку быстрого доступа. Затем видим здесь, смотрите, вот у нас здесь есть два таких экранчика. Да, и нам нужно выбрать вот этот вот второй. И нажимаем на вот эту вот иконочку «Запись видео с экрана». Он называется «Средство записи экрана». Нажимаем. Разрешаем ему все, что он просит от нас. Ждем 3-секундный отсчет. И вуаля, запись видео с экрана пошла. У нас здесь вот такая вот планшечка, которая в итоге будет не видна, когда вы будете просматривать итоговое видео. У этой планшечки есть такая кнопочка выдвижная. Здесь есть кнопка «Стоп», «Сделать скриншот во время съемки». Можете перейти в настройки и... давайте остановим пока что. Можете перейти в настройки вашего средства записи и изменить настройки записи. Разрешение записи, максимум можно выбрать здесь 80p по какой-то причине. Качество, то есть по факту, битрейт. Можно выставить высокий, я не знаю, с каким он битрейтом будет записывать, но высоким. Частота кадров, можно выставить целых 120, я не понимаю зачем, но можно. Место хранения можно выбрать, хоть это странно, ладно, неважно. Ориентация, вертикальная, горизонтальная, либо автоматическая. Запись аудио. Вот тут есть такая вот проблема у нас, потому что это то, что мне тут не нравится, например. Это у нас есть вариант либо микрофон, либо внутреннее аудио. А нельзя записывать и с микрофона, и внутренние звуки по какой-то причине. По какой? Непонятно. Что, начало записи немедленно после включения средства записи, это понятно. Показывать касание, это чтобы было видно, куда вы тыкаете. Блокировать уведомления о наложении, установить запись для входящих вызовов и остановить запись для входящих вызовов и оповещений. То есть вы настраиваете так, как вам нужно, начинаете записывать, идет 3-секундный отсчет, и все, можете записывать ваш экран. И, собственно, не знаю, кстати, зачем, при каких целях нужна запись экрана в 120 кадров в секунду. Это видео будет весить, наверное, просто немерено, но все же такая функция есть. Спасибо большое за просмотр этого видео, я очень сильно надеюсь, что оно было для вас полезным. Если это действительно так, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Оставьте, пожалуйста, свой комментарий для поддержания нашего канала. До свидания!